Здравствуйте, я Эшбера Зинаида Гульфаритовна, член Союза художников Российской Федерации. Эстафету я принимаю от члена Союза художников России и директора новой прекрасной арт-студии «Груша» Рушани Бадрединовой. В свою очередь я эстафету передаю творческой талантливой семье. Это Шарифуллиной Лилии, члену Союза художников России, и Никулочкину Артему, скульптору, преподавателю Уфимской государственной академии искусств. Мне особо приятно участвовать в акции благотворительного фонда «Люди искусства», потому что мой дедушка тоже был ветераном, в какой-то степени творческим человеком, а бабушка является тружеником тыла. Вместе они прожили 58 лет и воспитали 6 прекрасных дочерей. Хочется сказать спасибо фонду за то, что не забываете наших ветеранов. В преддверии знаменательной даты 70-летия Победы в Уфимской художественной галерее открылась выставка, где, в частности, экспонируется моя работа под названием «Память», где я как раз изобразила своего дедушку на фоне Уральских гор. Он вспоминает свое прошлое, он 17 лет попал на фронт, с раннего детства он лишился одного глаза, но это ему не помешало быть стрелком в аэротехроте под Киевом. В общей сложности он на фронте пробыл 5 лет. Хочу поблагодарить всех наших ветеранов, всех наших победителей со столь великой победой и поздравить всех нас также с этим великим праздником. И хочу представить вашему вниманию две свои персональные выставки в городе Уфа. Одна, которая открылась в библиотеке для слепых, а вторая в администрации Ленинского района.